законы, все кодексы и в реальной жизни, и в игровой, ну, либо этот человек лицемер, либо с ним что-то не так. Я так смотрю на эту ситуацию. Ну, потому что в наших реалиях, в нашей жизни это практически невозможно. Поэтому я как бы по мере возможностей там и здравого смысла абсолютно нарушаю всегда что-нибудь. И в жизни, и в играх. Вот. Но все вот эти вопросы с драйверами и вообще с покупкой игровых ценностей, ну, они портят игру, к сожалению. Ну, это есть, мы с этим